Ну що, друзі, повертаємося у нашу бадьору ранкову студію. Ну і проблема 21-го століття. Ну от, наприклад, я вам скажу як чоловік. Назначаєш побачення. Давай там о 13-й зустрінемося десь, наприклад, в парку Шевченка. Ти приїжджаєш туди о 12:45, а твоя подруга приїжджає о 14:45. От в чому проблема? Будемо сьогодні говорити про тайм-менеджмент з міжнародним експертом по тайм-менеджменту Людмилою Богуш. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну давайте почнемо з того, яку роль тайм-менеджмент у нашому житті відіграє. А давайте почнемо з того, що дівчинка не приїхала на свідання вовремя. Оце ж можна прив'язати, яку роль тайм-менеджмент відіграє. Ну, вони збираються. Я знаю, що вони довго збираються. Да, ну, на самом деле, от ви на роботу опаздуєте? Ніколи. Почому? Ну, тому що я заздалегідь завжди приїжджаю. Потому что эфир, правда же? Ну, так. На самолёты опаздуєте? Буває. Хорошо, как часто? Редко. Один раз. А почему? Затори були. Да, а почему больше не опаздуєте? А я вчуся на своїх помилках. Точно. А не опаздывайте, потому что дорого. Правда? Ну так, мягко кажучи. Да, 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 мягко говоря. Так. Поэтому на самом деле тайм-менеджмент, он не имеет никакого отношения к тому, человек опаздывает, не опаздывает, приходит вовремя или нет. Тайм-менеджмент, знаете, у него какая проблема? Он просто правду показывает. Он человеку показывает правду. Сколько времени ты потерял. А ты даже можешь узнать, где ты потерял. Ты даже можешь узнать, с кем ты это время потерял. А это же обидно. Ну, и поэтому лучше я вообще ничего не буду знать. Лучше я никаким тайм-менеджментом не буду заниматься, а буду просто знать, что в мире как-то что-то происходит, и все. Но если говорить о тайм-менеджменте и его важности, вы знаете, в последнее время, особенно после пандемии, многие корпорации, они внесли умение организовывать свое время в необходимое требование при приеме на работу. Это называется self-management. И там уже есть квалификационное требование тайм-менеджмент. И еще очень интересная штука – управління личними фінансами. Представляєте? Це також поряд з тайм-менеджментом? Так. Да. Тому що, оказывается, якщо чоловік не вміє управляти своїми деньгами, значить, він їх не цінить і прибуль в компанію приносити не буде. А якщо він не вміє управляти своїм временем, то це означає, що він буде все время затягувати сроки, і компанія буде нести убитки. А поскольку люди, коли їх учать корпоративно тайм-менеджменту, вони сопротивляються, то що делает компанія, він говорить, то ти должен научиться тайм-менеджменту. Сам прийди, принеси сертифікат, що ти где-то учился, і тогда у тебе сразу плюс в карму при прийомі на роботу. Ух ти. Тобто тайм-менеджменту потрібно ще й вчитися на певних курсах. Чи це можна онлайн-курси знайти, самому якось повчитися? Як це відбувається? Ви знаєте, можна знайти онлайн-курси, можна самому вчитися. Ну, от, наприклад, лично я люблю тренуватися з тренером. Я хожу в зал, і там у мене тренер, тому що він робить? Він не дозволяє мені робити так, як мені удобно. Потому что, знаете, вот есть такие штуки, когда у тебя что-то не работает, ты начинаешь другие мышцы включать, да, компенсация, потом человек ходит вот такой перекошенный, ему говорят, слушай, а ты мог бы плечо выровнять? Он говорит, не, не могу, мне это хорошо. И с тайм-менеджментом то же самое. То есть это же привычки надо менять. А как менять привычки самостоятельно? Это очень тяжело, потому что ты же даже не заметишь. Що ти опять це повторив? От, на жаль, так, ми цього не помічаємо. Тобто, якщо я правильно зараз розумію, тайм-менеджмент – це вихід із зони комфорту. Тайм-менеджмент – це правда о своїй житті. І це дуже часто некомфортно. Чесно. Чесно. Так. От у мене, наприклад, у мене є онлайн-тренінг, і на цьому онлайн-тренінгі ми заставляємо людей обов'язково оставляти час на форс-мажор. Ну, у нас же в сутках 24 часа. І коли люди говорять, а я от не успіваю, завжди вопрос, а ти де був? Если ты это не успел, ты где был? И потом выясняется, что, во-первых, человек хотел сделать столько, сколько сделать нельзя. Так. Мы все знаем, что в сутках 24 часа, но работы берем на 28. Иногда можно на 40, правда же? Да, да. Да. Дальше. Классика жанра. Потом мы не знаем, куда время ушло. Мы позволяем сжирать наше время другим людям, обстоятельствам, еще чем-то. Прокрастинация. Ну, прокрастинация, она, знаете, это уже следствие. Прокрастинация, это, знаете, это такая, это вообще-то психологическая проблема, прокрастинация. Да, да, да. А да. Что так? Расскажи, доктор. Сейчас скажу. Потому что прокрастинация называется тяжелое психологическое состояние из-за того, что ты что-то откладываешь. Не делаешь прямо сейчас.
Но это же нормально что-то не делать прямо сейчас. Например, вчера, когда мне позвонили, мы же договорились на сегодня на утро. Так. Могу ли я сказать, что это прокрастинация? Не. Нет. Ты просто планируешь, когда это сделать. Угу. А вот если бы я сказала, давайте я подумаю, когда я приеду, давайте я подумаю, вы мне спрашиваете, когда, а я вот еще не подумала. Вот это прокрастинация. И человек, когда он прокрастинирует, очень плохо себя чувствует. Вообще-то это чуть-чуть лечиться надо. Угу. Все. Угу. И поэтому это тут сюда не относится. А почему человек прокрастинирует? У него так много поражений, у него так часто не удавалось сделать вовремя, или он принимал какие-то решения с опозданием, и из-за этого у него были проблемы, mm-hmm. что он теперь говорит, я лучше вообще никаких решений принимать не буду, и тогда мне всегда чистая совесть. Ну, м'яко кажучи, ні. Ну, к сожалению, угу. Просто не всі розуміють ось різницю між прокрастинацією та тим, що було до цього. Да. Это взаимопоязано. Так, абсолютно точно. Mm-hmm. Поэтому тайм-менеджмент – это вообще путь к уверенности и хорошему психологическому состоянию. Потому что mm-hmm. ведь нам очень важно управлять жизнью. То есть если я знаю, что в моей жизни произойдет сегодня, я себя чувствую уверенно. А если я знаю, что в моей жизни произойдет через 5 лет, я буду чувствовать себя уверенно сегодня? Так. Да. Абсолютно. Поэтому, когда ты можешь в обстоятельства заставить быть такими, как тебе надо, ты счастлив. От тут ви зараз міф розвіюєте. Так. Да. Да. От у мене одразу запитання. Ви так все класно розповідаєте, ми розуміємо, що 48 годин немає в добі, але, знову ж таки, опираючись на свій досвід, я собі багато чого планую, не виходить, я себе сварю, а коли ще надумуюся трішки відпочити, там якийсь ютубчик подивитися, то взагалі починаю себе картати. Конечно. Як от правильно спланувати свій тайм-менеджмент? З чого потрібно розпочинати? Отлично. Значить, якраз я вернусь там, з чого я починала, да, що ми на наших курсах заставляємо людей, коли вони планують день, обязательно оставлять время на форс-мажоры. Причем мы заставляем, mm-hmm. я вот прям честно скажу, что заставляем, потому что мы тренеры. Mm-hmm. Да, мой тренер тоже меня заставляет правильно делать упражнения. Мы заставляем, и люди сопротивляются ужасно. Они говорят, я и так ничего не успеваю, а вы еще хотите, чтобы я оставлял время на форс-мажоры? Mm-hmm. 4 часа. Мы заставляем 4 часа, потому что есть простой закон, так. что в мире всегда есть хаотичность, и ее не больше 20%. Mm-hmm. И мы должны просто знать. Потому что вот завтра солнце ляжет чуть-чуть позже, чем раньше или раньше. Ну, короче, да, то есть у нас каждый день происходят изменения. Солнце есть, то нет, то дождь, то еще что-то. И вот это прямо просчитано. 20% изменений. Угу. И поэтому ты должен быть готов к тому, что твой план может не получиться. Поэтому ты берешь, оставляешь время, зазор, и все. И если у тебя что-то не получается, ты раз и поменял, раз и переставил. А от що ви скажете на ту теорію, коли, знаєте, кажуть, що погода і всі ці моменти – це просто виправдання, да, які ми Конечно. Не думаємо. А ви кажете, що це потрібно враховувати? Обязательно, тому що якщо дождлива погода, угу. це означає, що буде більше аварій, і ти їхати будеш довше. Так. Все. Вот это то, как я учитываю. Логично. Да, почему я пришла прямо с утра? Потому что я живу на левом берегу, мне переехать на правый, так. а я живу рядом с Южным мостом, у меня, я высоко живу, и я все время вижу, как они там ездят. Я точно знаю, когда там пробки и когда там пробок нет. Поэтому я понимаю, что если я проскочу до 7:30, я приеду хорошо. А если после 7:30, я неизвестно, когда приеду. От у мене зараз таке, напевно, логічне питання. У нас є 4 години, так? Ці 20% похибки. Да. Хаосу. Да. А як ми їх розподіляємо протягом дня? Ми усі 4 години залишаємо, там, наприклад, на кінець дня? Чи ми ці 4 години розбиваємо, там, наприклад, година, година, година? Да, розбиваємо. І крім того, ще що потрібно завжди робити? Завжди закладати немножко більше часу. От проблема людей в тому, що вони вирішують, що вони хочуть щось зробити. Так. І говорять, я це зроблю за час. А по факту треба 3. Да, и они всегда берут минимальное время, а брать надо максимальное. Оце я зараз розумію, я пам'ятаю свій досвід. Було таке, коли діло, за півгодини хотів зробити те, що робиться за 2. Да, да. Вот иногда спрашивают, а если я не знаю, как оценить, сколько времени на это уйдет, особенно в творческих работах. Знаете, у меня есть хорошая подруга, ее зовут Лариса Шен, это владелец компании Лора Шен. Флористики. Но вы же понимаете, там творческие люди. Так. Творческие люди говорят, что они никогда ничего не успевают. Недавно они связались с айтишной компанией, которая должна им что-то разработать. И после общения с айтишной компанией и попытки получить результат, она пришла к своим флористам и сказала, девочки, вы себе даже не представляете, какие вы системные.
Потому что я поняла, что вы творческие, системные люди, вы создаете ваши композиции, и вы никогда не опаздываете по срокам. Вы всегда выдаете это клиенту тогда, когда ему нужно. Если это нужно на свадьбу, если это нужно на Новый год, вы всегда выдаете это вовремя. И при этом невероятно творчески. А здесь, я говорю, уже 2 недели не могу получить от этих системных айтишников предложение. Це дивно, айтішники, вони ж такі структуровані максимально. Там навіть гумор структурований. А от діло в тому, що вони вистроєні. Вони структуровані кем-то, чем-то, шаблонами. Коли у чоловіка слишком много шаблонів, яким він должен слідувати, тут творчество заканчивается. І мишлення часто заканчивается, тому що нет шаблона, я не знаю, що мені делать. Так, а ми про які зараз шаблони говоримо? А любые приложения, нет, приложения, программы и прочее, потому что любая программа, любое приложение, оно заставляет человека делать только так. Ну, давайте, вы заходите в Facebook. Facebook – это огромный сайт с большим количеством лендингов, где ты сам себе лендинг делаешь по шаблону. Так. Здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это, шаг лево, шаг вправо невозможно. И мы, ну, мы привыкли, мы думаем, отлично, мы называем это социальная сеть. А на самом деле это просто большой сайт, в котором миллионы людей могут делать свои личные странички, так. Но только по шаблону. И вот это и есть шаблон. И программирование, я просто стояла у истоков искусственного интеллекта, я изучала, как люди принимают решения, потом мы обучали компьютеры так делать. Так. И я понимаю, что компьютер не может сделать даже, не знаю, там, сотой части того, что может сделать наш разум, на что мы способны. Но при этом, когда человек постоянно работает в шаблонах, потому что что такое код? Это определенный шаблон. Так. Если ты сюда пойдешь, оно не будет работать. И тебе приходится вот здесь. Вот посыпался и все. Да, да. Поэтому люди, привыкшие работать в шаблонах, а для них это уже норма жизни, если нет шаблона, они не могут. И все. Если что-то пошло не так, их вышибает. По-настоящему творческие люди, они очень ценят свой имидж. Представляете, художник какой-то большой. А, нет, например, Донателло Версаче. Творческий человек. О, ну, звісно. Отлично. Вот представьте, показ в Милане или где-то. Так. И этот показ назначен на определенное время. И люди купили билеты за сумасшедшие деньги. И Донателло говорит, мне сегодня как-то не идет. Как-то у меня сегодня муза не пришла, поэтому не будет. Досить таке двояке питання, тому що мені здається, що така фігура, як Донателло, вона собі може це дозволити, і люди, наприклад, сприймуть це... Вона ще щось придумала. На завтра? На завтра. Ви знаєте, може бути. Це від імідж. Може бути. Може бути. Але як часто вона може собі це дозволити? Ну, не знаю. Разочек. І потім вже не підуть. Да, да, да. Поэтому я заметила, или представь себе, Мадонна взяла і відмінила концерт, тому що у неї сьогодні плохое настроєння. Я б хотів би на це подивитися. Було б цікаво. Да, да. Ви знаєте, Петр Ильич Чайковський каждый день писав музику. 2 часа. У нього це було як просто обов'язково. Коли його спрашували, а як же муза? Она же приходит, когда хочет. Чайковський відповідав, да, муза приходить, коли хоче, а я тренуюсь. Клас. Ну, ви знаєте, стосовно теж музи, я чула, що коли немає натхнення, то типу не треба її чекати, треба її навмисно якимись своїми діями закликати, да, тобто, щоб да. З'явилося це натхнення. Да, да. І це нормально. Да. У мене, наприклад, коли-то був ритуал для того, щоб писати тренінг. Вірніше так, я його виробила. Коли я створювала тренінг, тобто писала тренінг, я включала определенну музику завжди. Такую фоновую, немедленную, но такую и не слишком быструю. В общем, у меня была определенная музыка. И потом, когда мне нужно было вызвать творческое состояние, я включала эту музыку, муза прибегала, говорила, что там тебе надо? А, тренинг писать? Ну, давай напишем. Ну, короче, кажучи, людина – це звичка. Ми, як комп'ютери, за звичками. А, ну, я не буду говорити, що чоловік – це привичка, но на самом деле ми дійсно, привички нам допомагають легче жити. Тобто потому, автоматизація процесів. Да, автоматизація процесів – це просто легче живе. Но привичка може привести. Знаєш, у мене є один любимий анекдот, коли маленькому мальчику на день рождения подарили большую собаку. Он к ней подошел, посмотрел. Говорит, ну, я не могу понять, кому кого подарили. И вот это про привычку. Ты ее сначала делаешь для того, чтобы тебе было меньше чего обрабатывать. Раз, пошел, раз, сделал. А потом ты можешь стать рабом этого. Например, мой муж, у него структурирована жизнь в доме, он дома работает, у него очень интересно, то есть у него есть правила, все, что должно подняться на второй этаж, должно лежать с правой стороны, все, что нужно спустить вниз, должно лежать с левой. То есть я такая, я бегаю. Я круховто так у него. Да-да-да, я бегаю, мне надо что-то отнести на второй этаж, я схватила и побежала.
А он нет. Он, оно у него лежит, потом ему надо вот туда пойти, он будет мимо лестницы проходить. Он эту штуку берет, до лестницы доносит, оставляет и идет дальше. Потом, когда я... Мне надо на второй этаж, да, я подхожу, о, с правой стороны лежит, хорошо, я его дальше поднимаю, кладу дальше, потому что я не знаю, в какую комнату. То есть получается, что это автоматизация, да, и хорошо это или плохо? В зависимости от того, чего ты хочешь. Если ты хочешь меньше усилий прилагать, отлично, а если тебе надо позаниматься спортом, то, может быть, лишний раз побежаться не помешает. Так. Ну, дивіться, ми розібралися про 20% в ці 4 години. Оставляєте всегда. Да. А що ще з таким є основним? От, можливо, якісь справи поставити на першу половину дня. А взагалі, от як відбувається? О, какая вы молодец, Ангеліна. Потому что вы всегда знаете, когда, в какое время что делать. Поэтому сам еще одна очень важная вещь для тайм-менеджмента – это тайм-калькуляция. То есть мы же денежки считаем, так. Вы же знаете, сколько у вас денежек. Вы точно так же должны считать, сколько у вас времени. То есть вы составляете бюджетирование времени, ну, грубо так говоря. И я, например, знаю, что если я пишу статью во второй половине дня, у меня на эту статью уйдет, допустим, 4 часа, ну или 3. Так. А если такую же статью я буду писать в первой половине дня, мне гораздо больше времени на нее нужно. И я это увидела за счет того, что я все время фиксирую. То есть я с утра планирую, сколько времени я хочу в это вложить. А потом я отмечаю по факту, сколько на самом деле время ушло. И когда я вижу вот эту разницу, я задаю себе вопрос. А что не так? И я увидела, что вечерние статьи пишутся быстрее, утренние медленнее. Но если я разумный человек, я что сделаю? Я написание статьи буду прикладывать, ну, оставлять на вечер всегда. То есть я сразу буду планировать их на вечер. Тобто певний час потрібно за собою спостерігати, да? Точно, от, що точно. Тобі краще, коли робити, да, а потім да, вже працювати да, це в звичку. Да, але да, я дивлюся, ви прийшли з таким великим записничком, і от я переконана, що зараз записники – це взагалі невід'ємна частина от, кожної людини, яка має активний спосіб життя. Чи могли б ви розповісти, от, як правильно там можна? Можливо, планувати свій тайм-менеджмент. Хтось каже розділити на 4 групки, хтось каже ще щось. Що скажете ви? Хорошо. Якщо ми будемо говорити о кожному дні, да, то ти просто смотришь, що тобі сьогодні потрібно робити. У нас є задачі, які обов'язково ми робимо. Є задачі, які ми навіть не учитуємо, але вони відбуваються. Називається рутина. Взагалі люди рутина називають те, що скучно. Так. А на самом деле слово рутина произошло від англійського слова route – дорога. Ага. Это то, что ты делаешь по дороге. Это твой постоянный маршрут. И у нас рутина это помыться, побриться, одеться, собраться, та-та-та-та-та. И у нас в день на это уходит 2 часа. Так. То есть вот у вас есть 24, 2 часа вы отнимаете. Их уже нету. Залишается 22 від 22. Конечно, а мы же часто это не учитываем. А ты не можешь не пойти в туалет, ты умрешь. Ну так. И не поесть тоже как-то нехорошо. То есть вот это уже отнимаем. Потом у нас обязательно должны быть задачи разнообразные. То есть обязательно каждый день сейчас нужно учиться. 1 час в день нужно сейчас учиться. Чему угодно. Но ты должен получать новую информацию. Потому что скорость изменений в мире такая. Вот просто для примера. Всю информацию, которую человек получал за всю свою жизнь в 19 веке, вы сейчас можете получить за полчаса серфинга по интернету. Представляете, насколько вот это все? Почему у нас такие изменения? То есть я отличаюсь от моей мамы в 10 раз по опыту, да? Мой сын от меня отличается в 100 раз. А его дети, наверное, будут отличаться от него в 1000 раз, потому что в геометрической прогрессии все происходит. Смотрите, только сегодня работала, уже завтра его нет. Так. Мгновенно все уходит. Поэтому нужно для себя понимать, что обучение – это необходимость. Точно так же каждый день нужно что-то делать для своего здоровья. Да. Тобто спорт, харчування, півгодинки, йога. Спорт – це важливо. Что-то. І питання, і спорт, і отдых. І це обов'язково потрібно робити. Ну, я починаю прораховувати. 2 години в день на поїзд – це такі бутові речі. Да? А потім у 8 нас часов спорт. На сон. А 8 годин. А якщо не виходить 8? А тут вже як хочеш. Тут вже як хочеш. А це да. Плохо. Да. А потому что это процессы тела, это не мои процессы, понимаете? Ну, знаете, вот как вот расход бензина у автомобиля вот такой, да, и это его механика. А разогрев автомобиля вот такой, разгонная динамика, да, то есть тело – это механика. Ему надо 8 часов, я ничего не могу с этим сделать. Если я ему не даю, знаете, вот можно ли сесть в автомобиль и поехать в нем, не разогрев его? Можно. Ну, дивлячись, який автомобіль. Точно. Во-первых, какой автомобиль, в каком он у тебя состоянии. Во-вторых, там же тоже должно быть заранее что-то сделано. Так. Чтобы там что-то можно было работать. Поэтому ты должен постараться. И поэтому 8 часов – это просто необходимость. Или вы изнашиваете свое тело.
Угу. Не вопрос, если оно вам не надо, нам через 10-15 лет. Ні, воно нам потрібно. Ну, звісно, вот. Потрібно. Ми будемо вот. Думати. Поэтому придется с этим что-то сделать. Угу. Придется. И знаете, вот все вот эти направления зожевские, они же пошли из Калифорнии. Из силиконовой долины. Долины, все эти интервальные голодания, правильное питание и все остальное. Они пошли из силиконовой долины, потому что там живут люди с деньгами и мозгами. И они поняли, что умирать с деньгами неинтересно. С деньгами гораздо интереснее жить. Так. И поэтому они занимаются там ЗОЖем. Все, здоровым образом жизни. У мене ще одне запитання буде про те, що ми розуміємо роботу, ці всі моменти, але от відпочинок. Часто ми про нього забуваємо, бо думаємо, занадто багато відпочиваю, ось я поспав, і це вже відпочинок. От як правильно спланувати також відпочинок? Це мають бути вихідні, але це має, або це має бути в будній день після роботи якийсь певний час. Як от ти скажеш? Я смотрю, як мені нужно. Саме головне, що він просто должен бути. Обов'язково. І абсолютно точно. Кожного дня. Да. Угу. І ви знаєте, ще давним-давним-давно німецькі психологи виявили, що, оказывается, чоловіку нужно для нормального психологічного состояния 1 час в день проводить наедине з самим собою. Тобто без комп'ютера, без телефонів, просто нет, сам нет, собой. Чи да, як сам заманеться? Сам собой – это означает, что на тебя никто… Это не то, что ты идешь по улице и никого не замечаешь, а наоборот, ты точно знаешь, что тебя никто не видит. Угу. И никто не может вмешаться в то, что ты делаешь, и ты можешь делать все, что ты хочешь, ковыряться в носу, сколько тебе влезет, да, угу. То есть делать все, что ты хочешь. И здесь есть интересная штука, что если у тебя нет вот этого часа в день наедине с самим… Почему люди в туалете сидят иногда долго? Чтобы тебя никто не видит. Так, ты ховаешься від усього світу. Конечно, или в ванной, да. То есть нам на самом деле, оказывается, необходимо иметь время наедине с самим собой, а тут делай, что хочешь. Если ты ковыряешься в интернете, это же твое дело, да? Так. Самое главное, чтобы у тебя совесть была чистая. А от, до речі, є така, можливо, таке неспівпадіння. От користь від цієї години в день, так, коли ти займаєшся тим, що хочеш. А ти можеш думати, що в цей час ти не робиш нічого корисного, ти втрачаєш дорогоцінний вот час. Вот начинаєш, і як же ж, так, ось це, як його поправити? А так його поправити? Я, знаєте, примір вам приведу. Мені коли-то моя масажистка сказала, що… При моей работе, а я тогда проводила тренингов там по 5-6 дней в неделю. Да, то есть вот просто. Так. А тренинговый день означает, что ты с утра до вечера на ногах среди других людей, ты же их контролируешь, наблюдаешь. То есть она мне сказала, если ты хочешь в будущем не иметь проблем с венами, тебе необходимо раз в 2 месяца иметь лежачий день. Просто лежать просто и ничего лежать. Не робити? Нет, делай, что хочешь, но лежа. Класс. Представляете, какая была чистая совесть? Мне так подобается. Конечно. Эти лекари, которые радят такие відпочинок. Да. Ты сразу понимаешь, что у тебя есть все права на это. Вот. Невероятно. Делай, что хочешь, но лежа. Угу. И, например, можно для себя выделять просто время для самого себя. Например, если у тебя не получается каждый день 1 час для себя, можно это накопить. Угу. Да, и, например, 5 или, ну, если неделя, да, 7 часов. 7 часов для себя. Вот так, чтобы никто, никто к тебе. Если ты понимаешь, что тебе нужно это для психологического здоровья, слушайте, ну люди на самом деле умирают не от тела, они умирают от мозгов, потому что они же свое тело портят. Так. Вот вы водку пили когда-нибудь? Чесно. Ну, звісно. Ну, хоть раз. Покажіть мені людину, яка не пробувала. Вкусно? Ні. Понимаете? Но мы люди мужественные. Мы можем себя заставить, правда же? Мы эти трудности преодолеваем. Я этот пример просто привожу, чтобы показать, что человек может свое тело угробить сам. Осознанно, неосознанно, без разницы. Вот поэтому, если ты понимаешь, что тебе психологическое здоровье нужно для того, чтобы ты тело свое не заморил, то ты выделяешь это время и понимаешь, что тебе это надо, и это вообще твоя работа. Работа твоя. І спробуй тільки її не виконувати. А це цікавий досить підхід, що підходити до години для себе, як до роботи. Звісно. И семья, например. Вот мне иногда часто молодые женщины жалуются, я из-за ребенка не могу то, все пятое-десятое сделать. Ребенок все время меня отвлекает, он все время ко мне. И я говорю, смотри, это твоя работа. То есть ты подписала контракт, причем контракт временный, между прочим. Да, временный, потому что через 3 года он уже меньше будет тебя тянуть, через еще через 6 еще меньше, а через еще 12 ты будешь за ним бегать, а он тебе говорит, мама, не мешай.
У мене теж вже є контракт мами. Конечно, да. Вот, контракт мами. І ти цей контракт виконуєш так, як ти договорився. Це твоя робота, і в цей контракт входить. Уділяти внимание туди, сюди, п'яте, десяте. А вона коли говорить, а як же мені бути і собою займатися, і обучатися, і ребенка? Говорю, треба просто покупати время других людей. Сейчас это возможно. И это то, что нужно делать. То есть, как сделать, чтобы у тебя времени было больше? Есть две вещи, которые ты должен делать всегда. Тебе необходимо покупать время других людей. Так. И какую-то работу, чтобы делали другие люди. И второе, тебе нужно увеличивать время своей жизни. Просто его увеличивать. Ну, например, если ты сходил на тренировку, да, то ты чуть-чуть увеличил время своей жизни, правда же? То есть разик, и так, месяцок себе подбросил. Если тебе съел правильную еду, раз, ты еще себе месяцок подбросил. Если ты съел неправильную еду, ты этот месяцок забрал. То есть вот это интересно. Люди, когда говорят об инвестиции денег, мы все понимаем. Сейчас что-то делаю для того, чтобы в будущем получить больше денег. Мы точно так же сейчас можем что-то делать для того, чтобы в будущем получить больше времени. Но есть важная вещь. Люди же хотят получать удовольствие от жизни. Так, але ж не всі вміють. Тут теж питання. Вот давайте об этом тогда поговорим, что это тоже тайм-менеджмент. Потому что удовольствие мы должны получать. Если ты не получаешь удовольствие от жизни, ты несчастный человек, и зачем тебе такая жизнь? А вот удовольствие я лично делю на две категории. Краткосрочные и долгоиграющие. Так. Краткосрочные – это удовольствие от сейчас. Вот если я сейчас съем конфетку, я получу удовольствие, которое будет длиться ровно 5 минут. И все. Через 5 минут мне станет плохо, потому что я не ем сахара вообще в жизни. Через час я буду страдать и ругать себя за то, что я вот съела эту конфетку. Утром, когда я посмотрю на весы, я опять буду страдать. Я буду себя ругать за то, что у меня нет силы. В общем, короче, ужасно. И выпало 8 годин вашего тайм-менеджмента. Да больше, наверное. Больше. Я еще на тренировке, я еще в зале буду потом отгребать. Да? Сама от себя. А если я пойду на тренировку? Так. Я, во-первых, буду получать 1 час удовольствия. Я не знаю, как вы, я мазохист. Я люблю на тренировках, когда мне тяжело, трудно, чтобы лилось, вот это все. Я это люблю, от этого получаю удовольствие. Когда я выйду с тренировки, я буду продолжать получать удовольствие. Более того, я буду получать удовольствие завтра. Я его сейчас получаю, рассказывая вам про свою тренировку, понимаете? Хотя у меня тренировка была позавчера. И это долгосрочное удовольствие, долгоиграющее, понимаете? Так. То есть, когда ты ходишь с собой, от самой себя балдеешь. Вот, и когда тебя люди спрашивают, как тебе это удается, а тебе опять удовольствие. Понимаете? Так. Поэтому надо получать удовольствие сейчас, и потом, и потом, и потом. А здесь, конечно, нужны мозги. Пані Людмила, давайте на завершення. Давайте. Можливо, декілька інсайтів. Ми кожний наш ефір намагаємося робити максимально корисними, щоб наші глядачі, будучи вже перед екранами, розуміли, що вони зараз в моменті можуть зробити для того, щоб покращити своє життя. Щоб вони зараз покращили навички тайм-менеджменту. Отлично. Перше. Составити список всіх своїх задач на сьогодні. Вот прямо сейчас. Это еще не поздно. Причем задача – это то, что сегодня надо сделать. Это определение. Это из толкового словаря, я здесь ни при чем. То есть все, что тебе сегодня нужно сделать. И делать для себя, для тела, для личности, для семьи, для работы. И еще нужно всегда помнить о том, что ты живешь в мире. И надо что-то делать, чтобы завоевывать свое место в этом мире, в социуме. Потому что мы социальные существа. Составишь список задач. После этого нужно каждую задачу оценить по времени. На это 2 часа, на это 15 минут, на это столько-то. Если не знаешь, сколько времени на это нужно, берешь по максимуму. Так. И потом все это нужно сложить. И убедиться в том, что вот если у нас сейчас около 9 часов, да, то есть мы от 24 часов 9 отнимаем, у нас остается всего лишь 15. И вот убедиться, что все то, что у тебя осталось, вписывается в 15 часов минус часика 3 на форс-мажор. То есть 12. 12. Так. И вот тебе нужно вписаться в эти 12 часов. И если ты видишь, что что-то не вписывается, безжалостно вычеркиваешь. Переносишь на завтра.
можна іноді і вичеркнути взагалі, тому що завтра воно, може бути, вже і не нужно. От ви знаєте, за цією системою я собі зробила, як в школі розклад був, пам'ятаєте, там два рази математика на тиждень, три рази фізкультура, і я які деякі задачі ось так поперекидала. І, до речі, мені це допомогло. Ну, а у мене от так і є, у мене є страниці в моєму планіровщикі. Зараз я витащу, щоб вам їх показати. Вони на неділю, бачите? Клас. І у мене вперед прописано. Так, а ми можемо зараз показати це на камеру? Унікально. Друзі, дивіться, зараз ось так. Я сподіваюся, що там із-за освітлення буде вам видно, як воно все розчерчено. Ні? Ну, ми спробували. Да, не ми було видно, на жаль. Да. Ми спробували. Ми намагалися. Так, ми зробили все можливе. Я все вперед. У мене план, між прочим, на 6 неділь. Клас. Вперед. Неочікувано. Так, Людмила, це було класно. Ми вам дуже дякуємо. Друзі, у нас у студії експерт міжнародного рівня, на секундочку, міжнародного по тайм-менеджменту Людмила Богуш. Ну що, інсайти сьогодні в студії однозначно були. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви з нами сьогодні почали ранок. Шановні глядачі, для того, щоб завжди бути з нами, якщо ви упустили якусь цікаву інформацію, вам цікаво дізнатися, що пророкують зірки, які гості у нас сьогодні були у студії, обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал і будьте з нами. Ну, а після того, як підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже він вас буде сповіщати про новий та цікавий матеріал.